Автор – Салтанат Искакова. Автору блога – министру внутренних дел Касымову. Категория – правоохранительные органы. Уважаемый министр, к нам в частный дом проникли воры и похитили тайно наши материальные и денежные ценности. Ущерб составляет 580 тысяч тенге. До сих пор нет никаких известий. Я лично дала, что внутренний код телефонов можно определить по GPS. По нашей улице более 4-5 случаев такого дерзкого ограбления домов частного сектора. Почему так? Нужно, может, в этом районе сменить участкового, который не выполняет свои функциональные обязанности. В общем, не мне указывать, кому и как работать. Прошу вас, примите меры. По указанному вами факту УВД района СРРК города Астаны начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса «Кража» с целью установления местонахождения похищенного телефона в компанию сотовой связи, повторно направленные соответствующие запросы. При получении результатов будут проведены необходимые мероприятия по установлению лица, который пользовался похищенным телефоном. Ход раскрытия данного преступления находится на контроле у руководства ДВД города Астаны. По противодействию именно кражам сотового телефона мы, конечно, сталкиваемся с определенными трудностями. Во-первых, большое влияние оказывает то, что многие телефоны, абонентские номера до сих пор не зарегистрированы и находятся в пользовании людей. И при проведении оперативно-розыскных мероприятий очень много времени уходит на установление именно IMEI-кодов, точных данных абонентских, абонентов, которые пользуются данными номерами, пользовались. Так что мы планируем в текущем году данную базу создать. И, то есть теперь у нас все телефоны, которые находятся в пользовании у абонентов в Республике Казахстан, будут зарегистрированы по IMEI-коду.